Привет, вы на канале Мама в Кубе. Сейчас я хочу вам показать, как выглядит вагон, вернее, купе поезда Измаил Киев Укрзалезниці. Итак, вот так выглядит купе, верхняя полка. Уже ушли пассажиры, не сложили после себя. Вам выдается белье чистое, запечатанное. Одеяло и подушка здесь. Вот серая это подушка. Это матрас. И одеяло это вот такое одеяло. В поезде тепло, так как есть вот такие обогреватели. И полуковрик вот такой. Даже есть скатерть. Чай. Пожалуйста, можно даже купить маккофе, воду минеральную и вафли. Для пассажиров верхней полки тоже отдельно свет включается. Вот там. Покажу, как это работает. Если работает. Работает. Вот, тумблер, включается свет. Внизу тоже есть вот тут багажное отделение, тяжело поднимать. И чтобы забраться на второй этаж, вот такие штуки есть. Они вот выдвигаются, можно с помощью забираться на второй этаж. Зеркало, вешалки и полки для хранения багажа. Вагона есть с каждой стороны два туалета с умывальником, но там мало интересного, поэтому показывать вам не буду. Все, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мама в Кубе.